хотели слишком сильно победить, очень много было ошибок, быстро бежали, и иногда ноги быстрее, чем голова работали. А так, в принципе, считаю, что хорошую игру показали, но можно было и лучше. Каждая игра важна, мы нарабатываем все, что хочет от нас тренер, пытаемся выполнить все, что от нас требует. Во-первых, хочу поздравить кубанский гандбол с 50-летием. Хороший турнир, хорошей командой. И нам было важно сюда приехать, потому что и качественная команда, и как раз турнир по срокам вовремя. Ну и, конечно, стать частью того, что этого большого праздника гандбола на Кубани. Поэтому здесь мы довольны, как мы сыграли, мы довольны, как, в принципе, что касается, может быть, не результата, а качества игры на сегодняшний момент. Поэтому все. У нас, в принципе, мы идем по плану, и я там еще раз поздравляю Кубань с гандболом. То, что в принципе в первой шестерке у нас равные силы, потому что, судя по турниру, мы не хуже остальных, да, потому что команда только зашла, и несмотря на это, мне прям очень нравится, как все работают, все стараются, у всех есть желание выигрывать, и я думаю, что мы многим дадим, как правильно сказать, да, потупляемся, да. Понятно, что у нас есть над чем работать, есть ошибки, но то, что есть боевой дух и уже начинает создаваться коллектив, это видно невооруженным взглядом, и это радует. Я думаю, что очень многие девчонки в своей жизни, многие из них ничего не выигрывали, и, конечно, им очень хочется выигрывать, и это видно, этот запал дает возможность, там, будем так говорить, продуктивно работать, у них есть стремление и громадное желание расти в мастерстве и приносить радость от игры себе и зрителям.
деле мы очень серьезно настраивались на эту игру, потому что Кубань — это сильный соперник, который по ходу того сезона всегда мог удивить своей цепкостью и быстрой игрой, особенно в контратаках. В первом тайме казалось, что в первой половине матча вроде как мы сделали задел, но, к сожалению, потом долго мы не могли забить. Ну и во втором тайме мы опять переключились на свою основную задачу – это отстоять в защите. Спасибо вратарям, они нам очень помогли, и убежать в отрыв. Это у нас получилось. Спасибо большое организаторам этого турнира, потому что реально классная атмосфера. Этот турнир нам очень был нужен. Несмотря на то, что добираться нам было из Москвы на турнир «Легенды Юга» немного тяжеловато, но, опять же таки, атмосфера, организация, все на высшем уровне. Ну и все-таки Краснодар порадовал погодой, потому что в Москве достаточно холодно, мы зарядились солнечной энергией и, получается, энергией на следующие победы. Поэтому огромное спасибо, этот турнир нам очень был нужен. Прежде всего, спарринг, основные, ну, такие, скажем, игры перед началом чемпионата, и у нас еще впереди суперкубок, поэтому, конечно же, хотелось посмотреть. Также учитывая, что у нас есть новички все равно в команде, кто-то еще вернулся, поэтому все-таки хотелось посмотреть как связки, посмотреть, как девчонки друг с другом ладят, какая. Ну, в общем, я думаю, что я ничего нового не скажу, как это просмотровые игры, на этом делаем акцент, да, увидели, над чем надо, на что надо больше уделить внимание. И, конечно же, на это сейчас и над этим будем работать перед суперкубком. Должны быть не просто всплески, должны быть от начала до конца все 60 минут. А у нас получалось какими-то маленькими определенными отрезками, и на этом все. С такой командой, как ЦСКА, не пройдет. Наши потери, ошибки. Постараемся наработать свои связки, чтобы такого не было. Турнир дал нам такой хороший толчок, как сказать, понимание, где у нас ошибки и над чем надо работать. Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков, которые приходили нас поддержать, организаторов турнира, что они, у нас появилась такая возможность сыграть хороший турнир. Вроде команды, скажем так, кроме ЦСКА, все равны. Поэтому мы посмотрели, что, на что мы способны, где надо доработать, где закрыть какие дыры. Что касается сегодняшней игры, ну, была рваная игра. То мы были на подъеме, то не могли забить, теряли. Будем над этим работать. Кубанская земля, дворец спорта и все условия, по-моему, идеальны с точки зрения проведения предсезонных турниров. Я бывал на многих и могу сказать, что такого уровня гандбола и такого азарта, такой борьбы, как на этом турнире, я не видел давно. Поэтому, мне кажется, не только условия, но и настрой игроков говорит сам за себя. Чемпионат уже близок, все хотят сделать определенную заявку с точки зрения своих амбиций. И многие, конечно, хотят эти амбиции сегодня на поле подтвердить. Поэтому
Мне кажется, уровень такой, как был бы, наверное, на Кубке России в финале четырех. Новая команда, Черноморочка тоже оживила турнир, сколыхнула. И уже мы видим, ну, наверняка займет второе место, что уже является полной неожиданностью. Поэтому во всех отношениях еще тайм до окончания второго финального, ну, скажем так, заключительного матча турнира. Но мне кажется, во всех отношениях он получился. Кубань – это старейшая школа Советского Союза, и Россия, как мы говорили, она дала не одно поколение величайших спортсменов, и на сегодня Кубань – это кузница кадров в буквальном смысле для не только для Черноморочки новой команды, не только для ЦСКА, да, но и для многих команд Суперлиги. Очень хочется, чтобы традиции продолжались. Здесь очень много в гандбол вкладывает и краевой центр, и поддержка губернии совершенно ощутима, и мне очень хочется, чтобы эти традиции продолжались, развивались, чтобы приходили на смену нашим величайшим тренерам, таким как Тарасиков, Трифилов или Анисимова, новые тренерские кадры. Я думаю, что еще долгие годы вперед мы будем отмечать и 50, 60, и 100 лет кубанского гандбола, а воспитанники и воспитанницы кубанского гандбола будут блистать на самых разных уровнях.